Вы не будете оплачивать? Мы уже оплатили. Вон наличными написано. Вы не хотите оплатить? Мы оплатили уже. Я же вам показал наличными. Оплатили? Наличными. Нет, девушка, звоните. Давайте. Как раз давайте. Давайте мы позвоним. Давайте. Телефон уберите. За поездку оплатите, да. Пожалуйста. Что мы вам должны оплатить? Сейчас я вам приложение покажу. Давайте. Вы заказываете через приложение, пожалуйста, оплачивайте. Фамилия. Снимите программу, девушка, я здесь. Хорошо. Что написано? Что? Наличными. И что в вашей машине ехало 3 человека. Ну, и... так позовите свою подругу, кто заказывал. Зовите вы ее. Вы вызвали такси через ее приложение. В смысле, я вызывал? Через ее приложение. Через приложение. Через ее и вызываете... Пожалуйста. Так позовите ее сюда, пусть она оплатит. Вы должны это делать. Чему? Вы первый раз там. Я же вас вез, оплатите за поездку. Нет. Мы вот написано наличными. Вы сюда привезли нас. Что за фигня, уже, девушки? Значит, вы договорились. Совесть имейте. Это что вообще за дичь? В смысле дичь? Ну, дичь. Женщина. Я прошу деньги. Обижайте. Мы не обижаем. Почему вы не хотите? Вот, прочитайте, пожалуйста, наличными же написано. Да. Они говорят, что по карте, типа, уже оплачено. А зачем вы так делаете? Вы же приличная женщина. Мы не делаем. А почему что вы не делаете? Мужчина нас так говорит. А, группа поддержки вызывайте. Да, я сейчас полицию позвоню. Вызывайте. Давайте вызовем группу поддержки. Что смешного-то? Вам станет стыдно, когда протезеете. Вы понимаете это или нет? И мы заплатили. Что вы заплатили? Покажите, что вы заплатили. А вы вообще кто? И какого повода вы сюда влезаете? Я свидетель. Я буду влезать, потому что вы кидалово, вы лохотрон. Откуда вы знаете? Вы вроде бы нормально выглядите, но вы ведете себя как быдло. Вы зачем так делаете? Я веду человек. Как бы. Да, естественно. Человек просит оплатить. Я вам скажу так. Если он не русский, это не значит, что с ним можно как со скотом обращаться. Вот человек работает, у него есть семья. Вы зачем? Вы можете снимать и покажите потом своим родственникам, как вы себя ведете. Вы где работаете? Давайте я к вам приду на работу и буду так себя вести. Вы хотите оплачивать свои услуги бесплатно? Что вы можете? Что случилось? Что вы хотите сделать? Что случилось? Я говорю, снимался. Что вы хотите сделать? Что случилось? Что случилось? Что вы говорили? Какое оскорбление было сейчас? Какое? Вы нас только что оскорбили? Чем я вас оскорбил? Тем, что вы отказались нас вести. Иди ты нахуй, ты у нас арендуешь этот автомобиль. Подожди, вас узнают. Ты что, унылый друг? Я не унылый. Ты унылый. Я не унылый. Подожди. Ты еще. В нашей компании арендуешь этот автомобиль и меня пьяную на этом автомобиле водишь. Что делаешь? Ты что делаешь, друг? Ничего я не делаю. Ты сейчас попутал вообще. Вы откуда таджики, узбеки беретесь? Боишься? Тебе смешно. Завтра ты на этом автомобиле ездить не будешь. Ром, уйди. Ты совсем дурной. Это, блядь, ты посмотри, кто это. Поехал отсюда, нахуй. Давай, пока. Черножопое, черножопое говно, выкладывай завтра. Я его сейчас заблокирую, он в Яндексе будет работать. Черноглазая ху... О, да. Давай. Пиздуй. Отсюда, ху... говнастая, узкоглазая. Будете звездой. Будешь звездой, давай. Отсюда. Говна кусок, черноглазая. Сможете? Смогу. Садись, езжай. Давай быстро.